На огонек в культурно-экспозиционный комплекс «Бажовский» заглянули приезжие гости. Они проходят реабилитацию в комплексном центре. И сегодня решили посмотреть местные достопримечательности и заодно занять себя полезным делом. Мастер-класс по изготовлению птички-веснянки русского берега пришелся по душе. Я бы ближе к ангелу приделала, вот так бы ее повесила себе поближе. Чтобы она оберегала? Да. Чтобы она так вот крутилась маленькая, прошла она вот так будет крутиться. Где будет птичка ваша висеть? Висеть в комнате у меня. Ну, будет вам, может быть, напоминать? Да, конечно, буду вспоминать. Это же память. Спустя 30 минут птички-обереги уже были готовы, и радостные гости отправились в выставочный зал, чтобы посмотреть экспозицию. Больше всего их привлекли работы воспитанников кружка кораблестроения Центра развития творчества имени Натальи Евгеньевны Бобровой и, конечно, хозяйка Медной горы, которая встречает каждого посетителя. Гости остались довольны проведенным досугом и увезут с собой из нашего города хорошие воспоминания. Культурно-экспозиционный комплекс «Бажовский» славится своими творческими проектами. Профессионалы декоративно-прикладного творчества постоянно проводят мастер-классы как для полевчан, так и для гостей города. Нравится всем. Ольга Демьянец, Константин Миронов, новости 11 канала.